Культурную программу в подарок маме может устроить любой школьник. Акция «В музей с мамой» – это когда приятное совместное времяпрепровождение становится еще и познавательным. Мы хотим таким образом сказать родителям, что дети должны знать свое прошлое, историю своей страны, своего родного города. Причем мы приглашаем и в отдел археологии на набережную 4, и в отдел краеведения на Протапова 1. С удовольствием всех мамочек ждем со своими детками в наш музей. Анапский археологический музей – хранитель античного историко-культурного наследия. Здесь представлены предметы быта жителей древнего города. Амфоры и кувшины с росписью, орудия труда и охоты. В преддверии 8 марта особенно актуально прикоснуться к истории и жизни женщин древней Гаргипии. Увидеть, во что они одевались, какие украшения носили. Здесь собраны целые коллекции древних ювелирных изделий – золота, камня и стекла. Хорошо сохранились сосуды для ароматических масел и духов. А это уникальная находка – светильник в виде женщины. Аналогов ему в мире нет. Мы с удовольствием пошли, вот просветились. Нам это интересно. Мы вообще читаем книжки, связанные с Древней Грецией и так далее. Да, сына? Здесь очень интересно, очень много познавательной истории нашего древнего города, Древней Греции. Спасибо организаторам этого проекта за возможность прийти сюда, привести своих детей. Мне понравилось музей Гаргипии очень, потому что всякие предметы быта, скульптуры, сохранившиеся с, там, 2000 лет по некоторым, рисунки. Подвиги Геракла. Интересно посетить и музей под открытым небом, часть раскопа Гаргипии. Археологи говорят, это только малая часть древнего города. Несколько кварталов и главная улица. Есть здесь и уникальные архитектурные детали. Например, голова медузы Горгоны, высеченная из камня. И про каждый экспонат экскурсовод расскажет интересные и малоизвестные факты. Мы привыкли ее ассоциировать именно с таким типажом. Да? Горгоны – это чудовище. Один взгляд ее превращает любого в камень. А там видим милое, красивое лицо, потому что Горгона не только чудовище, но и матерью все-таки стал в свое время. И, может, многие не знали, что один из сыновей медузы Горгоны, чудовищей. Это символ вдохновения всех поэтов, крылатый конь Пегас. Акция продлится до 12 марта, а в сам Международный женский день в 14 часов всех женщин курорта музей приглашает на бесплатную экскурсию «Красота, неподвластная времени», на которой современных красавиц познакомят с жизнью женщин античного времени.